Ястремская не сумела пройти в основу турнира в Штутгарте. Украинка Даяна Ястремская уступила во втором раунде квалификации. Украинка Даяна Ястремская завершила борьбу в квалификации турнира в Штутгарте, уступив эстонке Кае Канепи 2-6, 4-6. Канепи, сеянная в квалификации пятой, в каждом сете выполнила по два брейка, тогда как в активе Ястремской – один брейк. Матч продолжался 1 час и 10 минут. Даяна Ястремская, Украина, Кае Канепи, Эстония, 5-2-6, 4-6. Ранее в финал квалификации в Штутгарте прошла Марта Костюк. С основной сетки начнет выступление Елена Свитолина. Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram по материалам сайта newsgra.com.